Для любителей и профессионалов магазин металлоискателей грунтовик.ру. Большой выбор металлоискателей от ведущих мировых брендов. Катушки, аксессуары, запчасти, акции и скидки. Быстрая бесплатная доставка от 10 тысяч рублей курьерскими службами. Различные способы оплаты, включая оформление в кредит. Покупая в магазине «Грунтовик», вы получаете 100% оригинальную продукцию и гарантийное сервисное обслуживание в официальном сервисном центре. Интернет-магазин «Грунтовик.ру». Найди свой клад. Итак, фундик практически расчистили. Это тот, который хуторской нашли в лесу мы. Но он пойдет дальше, пока вот этот квадрат. Времени у нас немного. Сейчас он огорек там прозванивает. И приступим шурфить. Вот такая у нас, ребятушки, погода. Шурфет заложен. Так, вот здесь у нас где-то, ребят, что-то выкопано. Ложка целая. Ну это для имперских времен ложечка. Так, что-то здесь частичком идет. Опа. Это ранний. Смотрите, патрон какой. Не все, наверное, такие патроны видели. Ну, вот такое патронище. И у нас тут топорики пошли. Вот он. Сейчас поближе покажу. Ну, это ранний топор. Стопудово. Такие топоры обычно даже берут с узким топорищем. Вот он. Вот, узкая. И такой необычной формы топор. Только странно, почему он как-то так не очень сохранился. Хотя, может, и нормально сохранился. Ой, ну вот такие вот находки у нас идут пока. Итак, следом за топором. Сигналит 70 с копейками. Показывает, но сигнал тонкий. Может быть, что-то хорошее будет. Надеемся, по крайней мере, очень. Вот, что-то есть. И это, ребята, у нас вроде как монитосинка. Наконец-то. Надеюсь. Ну, похоже на ранний совет, кстати. Да. Копеечка ранних советов. Наверное, сигнал тонкий, был очень похож на монетный. И, кстати, бил вот где топорик как раз. Вот так вот. Ну что, у нас тут сигналец такой тонкий. И ВДИ 89-90, кажется, с копейками. Сейчас Империя. Посмотрим. По идее, да, Империю. Сейчас посмотрим. Это тут. Вот. Вот она. Вот она. Смотри, какая. Вот она, ребята. Вот она, эта монета. Сейчас посмотрим. Ну, не знаю, как у нас вот это все получится. Так, давайте смотреть. По идее, должна империя быть, потому что била 90. Не, практически с одного того же места опять совет ранен. Двушка. Ну да, двушечка. Двушка, а вот год... 25-й, может, хоть, нет? Сейчас посмотрим.
24-й, жаль. Но состояние будет очень хорошее, смотрите. Состояние будет шикарное у этой монетки. Так, вон сигнальчик, вернее сигнальчик, ямка. Оказывается, долго очень пришлось поискать. Вот, но нашел, ребята, я ее нашел. И это опять монетка, блин, скорее всего, совет, да? Но ранний. Представляете? Состояние, смотрите. 24-й год, все ранние. Империи пока нет, но зато советы. Третье. Сигнал. О, вот почему я его и не видел. Потому что он как-то странно звучал. Гвозди. Гвозди. А это у нас штучка какая-то. Штучка от чего-то что-то было. Непонятно пока от чего. Ну, что-то старенькое. Ну, сигнал хрень полная. Ну, что-то... Что-то вроде сигнала. Это вот выкопал я такую коробочку, часть вернее, от нее отломилась запчасти, она тоже звонила. Часть вот такой вот коробочки. Непонятно чего, правда, что это было, но цветная запчасть. Процесс плавно протекает. И... А, вот он. И у нас здесь... Ребятушки, крестик. Ну, это позднеимперский крестик. Но, тем не менее. Ага, вот, вот в этом месте. В этом месте сигналится сквозь железо. Где-то тут. Вот, выпала монетка. Это у нас монетосинка. Ага, это уже империя. Смотрите, тоже состояние-то. О, вообще, ребята, состояние-то песни. Да. А, ну или это кирпич, наверное, что ли. Состояние хорошее, кстати. Ну и кстати, и не кстати. Кран снимал, думаю, что же так странно-то. Вот, в общем, пересниму эту монетку. Надеюсь, сейчас теперь будет очень хорошо ее видно. Это, кстати, с фундамента. Блин, ну подсохло уже. Но все равно видно. Так, и вот, блин, классная штучка была, кстати, какая-то статуэтка. Была какая-то статуэтка, вот, но, к сожалению, голова куда-то делась, что-то было прикольное, очень даже. Вот пока вот такие у нас находки здесь. Два топорика модных. Чашечка. Чугунная керамика. Ну, пока так. Ну и тут у нас сигналец. Это такой крестик. Что-то непонятно. Он тоненький вообще звучал. Конечно. Очень странно. Походу еще. Может, я его сломал, когда кирпичи выковыривал. Здесь краешка не хватает. Но тоже такой поздний-поздний имперский крестик. Прям вот держу этот комочек. Оп. Слепочек. И у нас тут, ребят, монетосинка.
Ну, николаевский формат, но в хорошем очень состоянии, кстати, будет. Ну, фундик такой, да, раннесоветский и николаевский. Крестик с фундика. Вот он. Кресточек. Фу, ребята. Практически 5 часов шурфа. Даже не практически, а больше 5. Валуны. Вот. Неподъемные. О, вот такой вот. Плана практически, блин, пол фундамента. Короче, теперь отдыхаем точно дня два. Но впечатление масса. Хоть на улице минусовая температура, но тем не менее, как бы, от нас, можно сказать, прям парит. Вот. Ладно, собираемся, сейчас уже темнеть начинает, а нам еще из этого леса выбираться. Собираемся, в общем, и валим домой. Но 3 метра, кстати, он там остался еще, кирпич идет, будем приезжать докапывать там. За камерой, короче, с той стороны. Все, ребятки, все полезные ссылки под этим видео в описании, как всегда. А вам желаю добра, здоровья. Кто еще копает, хороших всем находок. Ну и до новых встреч. Пока-пока. И вот так вот, ребята, приходится нам после шурфа вот еще под таким вот зарослем валежнику, короче, выбираться. Сейчас буквально 20 минут. И уже стемнеет. Так что нужно нам... Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Самое главное нам сейчас не упасть. Так как после шурфа все-таки копытца-то побаливают. Ух, вон там большой овраг. Осталось нам пересечь. Вон тот. И выходим на финишную прямую. А? О, хорошо здесь как. Куда пошел-то? Вон наш язык. Слева. Вот так вот, в общем. Вот такие вот здесь веселухи. Все, отключаюсь.